Другим темам. В этом году в Саратовской области отремонтируют 67 километров дорог. Из них 8 500 реконструируют капитально. Сейчас идут ремонтные работы на одной из самых оживленных трасс – Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Именно она ведет к одному из самых значимых памятных мест не только Саратовской области, но страны и даже мира. Ремонтные работы оценила Юлия Шишкина. Дорога от Энгельса к месту приземления Гагарина дождалась своего ремонта. Трасса на Волгоград строилась в 70-е годы, с тех пор здесь ни разу не было серьезной реконструкции. В этом году отремонтируют 15 километров дороги, работы ведутся двумя бригадами навстречу друг другу. Дорожники предприятия «Автогрейд» работают третью неделю. Срезали старое покрытие, уложили выравнивающий слой, заполнив выбоины и ямы. Теперь укатывают верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это первая областная дорога с эффектом амортизации. Аналог такого эксклюзива есть только в Саратове, на главной улице города Московской. Но там различные добавки добавляются. Сам битум, это люпрен, виатоп, импортные добавки. Ну вот, сами видите, ровный слой дороги. Машины проезжают, чуть приминаются, потом обратно восстанавливаются. Эту асфальтобетонную смесь производят на Энгельском заводе. Цена не дешевая. Но в следующем году мир будет отмечать 55-летие полета человека в космос, и по этой дороге к месту приземления Гагарина устремятся тысячи гостей. Поэтому в правительстве Саратовской области решили потратиться. Объявлен год дорог. В рамках этого года дорог из дорожного фонда выделяются вот те средства, которые позволили отремонтировать этот участок и другие участки автомобильной дороги. Вот здесь вот 1 километр ремонта стоит порядка 6,6 миллиона рублей. Всего вот этот участок стоит 105 миллионов рублей. Качество оценивают сразу после укладки. Ровность, уклон и плотность покрытия. Гарантия на этот 15-километровый отрезок трассы 3 года. Но дорожники ручаются, что лет 10 ремонт точно не понадобится. Современный ультразвуковой прибор показывает, что коэффициент плотности асфальтобетона в норме. Когда асфальт уплотнен, не будет выбоин, не будет трескаться, то есть не будет разрушаться. Новое покрытие схватилось через несколько часов, поэтому машины обновили трассу в тот же день. Когда закончат с дорожной одеждой, приступят к обочинам. Полностью завершить работы на этом участке должны к концу лета. 3 километра, которые сворачиваются этой трассы и ведут непосредственно на место приземления Гагарина, глобально ремонтировать не будут. Ограничатся лишь тем, что положат сверху защитный слой. Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.